Всем привет! Продолжаем рассматривать картины художников. Михаил Степанович Ткаченко, украинский живописец и график, мастер пейзажной живописи и маринист. Ткаченко получил начальное художественное образование под руководством живописца Бесперчога. Затем в 1879 году молодой художник поступает в Императорскую академию художеств вольнослушателем. В 1879 году, а затем и уже учеником. С 1882 по 1887. В Академии художеств был учеником у таких мастеров, как Чистяков, Клод, Орловский. Во время обучения награждался медалями. Продолжает учебу во Франции в художественной академии Кармона. Окончил академию со званием художника первой степени. Поселившись в Париже, живописец, тем не менее, каждый год приезжает в Российскую империю, где много рисует. Полотна Ткаченко были представлены на Парижской всемирной выставке в 1900 году. Он награжден второй золотой медалью. И на презентациях Парижского салона в сезон 1911-1912 годов. Я беру данные из Википедии. Михаил Ткаченко, по мнению специалистов, был одним из главных маринистов Российской империи. Выполняя императорские заказы, мастер писал крупные марины для важных правительственных подарков. Большинство из них сосредоточены в государственных собраниях Франции. Некоторые хранятся в Центральном военно-морском музее в Санкт-Петербурге. Лауреат «Золотая медаль» на международной выставке в Льеже в 1905 году. Кавалер Ордена Почетного Легиона и Ордена Святого Станислава. Работы художника хранятся в Национальных художественных музеях Украины, музейных собраниях Харькова, Львова и других городов. Умер в 1916 году в возрасте 55 лет. Ну, вот так вкратце из Википедии о художнике, украинском художнике, графике Михаила Степановича Ткаченко. Пока-пока, до свидания, всего хорошего, смотрим работу.